Здоровье человека – самое ценное, что есть в жизни. Потери его для каждого из нас сродни катастрофе. Не допустить беду. Вступить в схватку с любым, даже самым сложным заболеванием и дать шанс на выздоровление. Это не лозунги, а ежедневный труд московских врачей, ведущих за жизнь каждого пациента настоящий бой. Склерофасовка – это такой флагман оказания экстренной помощи. Не только в Москве, но и в Российской Федерации. Вот реанимационная стойка. Что-то вроде пульта управления человеческим организмом. Умная система позволяет вовремя ввести необходимые препараты. Это уже не фантастика, а сегодняшний день. В столице продолжает развиваться сосудистая программа. Доставка пациентов от дома до больницы в среднем составляет 11 минут. От приемного отделения до стентирования – 35 минут. В то время как в европейских странах и Америке больные ждут помощи не менее часа. Дальнейшее развитие получит стационар замещающей технологии, когда пациенты приходят в больницу, уже обследованные, оперируются. И в этот же день, после непродолжительного пребывания в стационаре, уходят из больницы. И это результат постоянного совершенствования системы взаимодействия медицинских учреждений Департамента здравоохранения Москвы. Такого рода прогрессивный подход позволит и дальше увеличивать эффективность лечения пациентов. В медицине наша столица – это город не просто возможностей нынешних, да, но город тех возможностей, которые будут еще и через несколько или через много лет, потому что мы должны развиваться и идти вперед. И Москва в данном случае все это показывает. На наших глазах происходит революционный прорыв и в столичной оториноларингологии. Московские операционные оснащены уникальными оптическими системами. Еще вчера считавшиеся бесперспективными больные, страдающие вестибулярной дисфункцией, сегодня могут быть реабилитированы с помощью современных хирургических методик. Сложнейшие операции по пересадке гортани и внутреннего уха для столицы уже не завтрашний день. Предприняты робкие попытки трансплантации каких-то сегментов трахеи. Такие операции не выполняются нигде в мире. К нам приезжают пациенты из Европы, они сами нас находят через интернет, приезжают с переводчиками, оперируются и выезжают. Мало того, что тебя лечат очень качественно и очень квалифицированно, то еще тебя окружают такой заботой, таким вниманием. Будущее медицины не только за высокими технологиями, но и за доверительными отношениями врача и пациента. Отношения основаны на глубоком уважении, доверии и эмпатии. И, конечно, это информатизация, которая послужит вот во благо, в помощь. Когда одной там, нажатием кнопки ты получишь всю необходимую информацию и о пациенте, и о методах лечения. Это будет избавление от большого количества бумаг, которые, конечно же, в будущем медицины я не вижу. В перспективе Москву ожидает прорыв и в медицинской логистике. Будущее за рациональным использованием строений и правильным направлением потоков пациентов. И потому, наверное, следующим этапом это будет все-таки московское строительство новых больниц. И оно сейчас уже есть в планах. Новых поликлиник, поликлиника будущего или больница будущего. Мы хотим сделать открытое пространство, разделить его ну, такими современными шторами. Как в сериале «Скорая помощь» примерно с Джорджем Клуни. Современная медицина стоит на пороге новых революционных технологий, которые будут применяться уже в ближайшее время. Это и молекулярно-генетические исследования. В последующем году будет сформироваться паспорт пациента. Это превентивная, предиктивная медицина, которая, это медицина будущего, которая позволит нам перейти на совершенно новый этап развития. Еще одним шагом к победе становится расширение неонатального скрининга до 11 нозологий, что дает возможность уже при рождении определять у ребенка заболевание и вовремя назначать лечение. Когда наши дети получают все необходимое, встает задача лучевой терапии, малоинвазивных оперативных вмешательств. В Москве создана прекрасная служба онкологическая, детская, онкогематологическая. И, конечно, будущее Москвы за развитием ядерного медицины, создание детского радиологического центра. Ставить точный диагноз на генетическом уровне, выявлять патологические симптомы у детей на самой ранней стадии и ликвидировать их. Вот важнейшие задачи, поставленные перед московскими педиатрами. Но главным было и остается персонализированное отношение к каждому пациенту.
сделать городскую медицину более пациентоориентированной. Пациенты московских больниц и поликлиник будут получать качественную, своевременную, комфортную и бесплатную медицинскую помощь на уровне лучших стран мира. Идеология медицины, она от Гиппократа и ничего не поменяется ни с технологиями, ни с прорывами, ни с успехами. Все равно это в первую очередь сострадание. Больницы московские, они отличаются как раз вот таким гостеприимством. Это все врачи высочайшей квалификации. Молодые ученые, молодые кандидаты наук, доктора, профессора, медицинская сестра, как вот в том мультфильме. Поэтому все эти люди готовы нам помочь. Москва здесь флагман. Ответственное отношение к своему здоровью – тренд, ставший популярным среди жителей крупнейших мегаполисов мира. И Москва, отстававшая ранее, уже вырвалась в ряды лидеров. Стали меньше курить и стали заниматься спортом. Это и велосипеды, и скандинавская ходьба, и бегающие по утрам молодые, не только молодые люди. Это имеет свои положительные результаты. 2018 год стал успешным для московской медицины. Впервые на базе Боткинской больницы была проведена выездная сессия Российской академии наук. В программе, принятой столичным департаментом здравоохранения, были определены основные векторы развития медицины. Будущее медицины – это прежде всего безопасная медицина. Когда сообщество врачей прикладывает знания, консолидированные усилия для выздоровления пациента. Московская медицина – это знак качества. Не случайно в столицу едут все больше пациентов из разных регионов и стран мира. И Москва радушно принимает каждого, кто нуждается в помощи, щедро делится накопленным опытом и идет вперед во имя спасения жизни человека. Дорогие доктора, дорогие медсестры, родные и любимые люди в белых халатах, белые ангелы, в первую очередь я желаю вам крепкого здоровья. Сил вам, будьте счастливы и любимы. Мы вас очень любим, мы вам очень благодарны. Пусть у вас все будет хорошо. Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги, мы приветствуем вас в экспоцентре на Ассамблее здоровья Москвы. 17-й раз лучшие медицинские работники города, а значит и всей страны, доктора и медсестры, руководители медицинских организаций, сотрудники департамента здравоохранения столицы, врачи, будущие врачи и их наставники собираются вместе, чтобы не только подвести итоги работы за год, но и заглянуть в день завтрашний. Ведь медицина будущего рождается сегодня. И сегодня мы чествуем победителей фестиваля «Формула жизни». Лучшие организации и лучших специалистов. И позвольте в этот радостный момент быть с вами. Сегодня для вас работают Михаил Зеленский и Эвелина Закамская. Для проведения церемонии открытия Ассамблеи здоровья на сцену приглашается мэр города Москвы Сергей Семенович Собянин. Добрый день, уважаемые коллеги. Я каждый год, приходя на ваш форум, с удовольствием смотрю на ваши лица, которые полны оптимизма, энергии и желания продвигать и развивать нашу медицину. И технологии, которые были несколько лет тому назад, и вы их показывали, как технологии будущего, сегодня становятся обыденной жизнью наших медицинских центров и поликлиник. Важно то, что мы говорим, и то, что мы планируем, реализуется в жизнь и становится доступными для простых москвичей. Это, пожалуй, очень и очень важно. Мы проводим традиционный форум, но в этом году этот форум имеет свои особенности.
В этом году прошли выборы мэра столицы, и я, отчитываясь перед москвичами о проделанной за последние годы работе, опирался во многом, в том числе и на ваши успехи, на вашу работу. И сегодня я хотел вам сказать спасибо, потому что оценка моего труда во многом зависела от вашей работы. Спасибо вам, друзья. Выступая перед депутатами городской думы о наших задачах на ближайшие годы, я искренне говорил о том, что здравоохранение будет главным направлением деятельности правительства Москвы. Ничего дороже здоровья у москвичей, у людей, у граждан не существует. Мы со всей очевидностью это понимаем, понимаем этот запрос, и здравоохранение Москвы точно стоять на месте не будет. Мы прошли с вами большой путь, очень сложный, порой драматический, тяжелый, но мы все это делали не напрасно. Показатели, которые демонстрирует московское здравоохранение, действительно впечатляющие. Доступность врачей наших поликлиник выросла 8-10 раз, снизилось время ожидания. Увеличилось количество в разы, увеличилось количество высокотехнологичной медицинской помощи. Что очень важно, в том числе и благодаря структурным реорганизациям, изменениям системы финансирования, значительно увеличилась и заработная плата наших врачей. Показатели стандартизированной смертности уменьшились на четверть. Но люди не очень понимают и как-то не очень воспринимают, когда говорят о смертях, лучше говорить о продолжительности жизни, она в Москве выросла за последние годы на 4 года. Это рекордная динамика среди стран мира. И в настоящее время Москва по показателям медицины находится в середине самых ведущих стран мира. И я считаю, и вот за меня только что Собянин сказал с экрана, здравоохранение Москвы должно быть одним из лучших в мире. Я считаю, что эта задача нам с вами по плечу. Москвичи в большинстве своем не знакомятся со статистическими показателями и не всегда их воспринимает как реальные цифры. Всю московскую медицину они пропускают через себя, через свой опыт обращения в поликлинику, в больницу, к врачу, общение с медицинскими сестрами, с младшим медицинским персоналом. Они оценивают нас реальной работе, с которой они сталкиваются. Я очень расстраивался, когда видел, что оценка нашей медицины была очень низкой. Всего лишь 30% москвичей оценивали как удовлетворительное здравоохранение Москвы. Стал меньше расстраиваться, когда узнал, что даже в самых лучших стран мира по здравоохранению, например, в Германии, тоже только треть довольна здравоохранением. Тем более приятно было, когда мы, проводя очередные массовые социологические исследования, видели, что в этом году уже более половины москвичей позитивно, положительно оценивают работу здравоохранения. И это, пожалуй, самое приятное и самое
главное в оценке системы московского здравоохранения. Тем не менее, очевидно, что проблем у нас более чем достаточно и задач более чем достаточно. Мы с вами в предыдущие годы провели массовую модернизацию здравоохранения. Тем не менее, одной из таких главных, серьезных задач стоит перед нами дальнейшее укрепление материальной базы здравоохранения. Это системная модернизация наших поликлиник, текущий капитальный ремонт, оснащение оборудованием. Мало того, что просто ремонтировать, нужно ввести наши поликлиники в единую систему, в единый стандарт, обеспечить максимально удобную логистику для пациентов и врачей. Эту задачу мы должны реализовать в течение ближайших 5 лет. Должны уделить серьезное внимание строительству новых поликлиник. Их запланировано на ближайшие годы более 30. Мы должны обратить серьезное внимание на модернизацию и стационаров Москвы, строительство новых корпусов. В настоящее время уже запланирован целый ряд строительства приемных отделений, диагностических корпусов. Строится целый ряд крупнейших корпусов современных в области детской медицины и крупнейший медицинский центр в Новой Москве. В ближайшее время мы уточним адресную инвестиционную программу и определим планы строительства новых корпусов на ближайшие 5 лет. Казалось бы, мы очень много закупили нового оборудования, но когда мы смотрим с вами по прошествии уже 7-8 лет, много оборудования морально и физически устарело. И если мы системно не займемся этой проблемой, через 5 лет мы скатимся на уровень 2010 года. Это недопустимо. Поэтому я прошу вместе с Департаментом здравоохранения проанализировать имеющееся оборудование, выверить заявки и системно начаться новой системой модернизации, которая должна на постоянной основе обновлять современное оборудование московской клиник. Это очень важно. Не менее важно, конечно, и уделять внимание отдельным направлениям, таким как онкология, сердечно-сосудистые заболевания. Несмотря на то, что мы сделали достаточно серьезные прорывные шаги в этом направлении, считаю, что там более чем достаточно работ. Очень серьезные задачи стоят по своевременному выявлению онкологии, начиная от врачей поликлиники, заканчивая онкологическими центрами. Применение самых современных видов лечения. Сегодня онкология выступает на первый план. Это главная проблема московского здравоохранения и здоровья москвичей. Конечно, мы не должны забывать о том, что население Москвы с каждым годом становится все старше и старше. За 8 лет количество людей, которые перевалили отметку 80 лет, удвоилось и сегодня составляет уже более 600 тысяч человек. Это ставит перед нами совсем иные задачи. Это работа с хроническими больными, которые мы в порядке эксперимента, а сегодня уже в системном порядке применяем в наших поликлиниках. Это патронажная помощь, паллиативная помощь. Все эти направления должны развиваться в Москве, им должно уделяться первоочередное внимание. Я прошу обратить внимание на профилактику, на диспансерный учет. К сожалению, мы видим, как профилактические осмотры, объемы диспансеризации не увеличиваются в поликлиниках. Это очень опасная тенденция, и я прошу обратить внимание руководителей поликлиник на эту проблему. Конечно, можно было решить ее самым простым путем, введя оплату как отдельную услугу профилактику заболеваний.
Но я боюсь, что это приведет в первую очередь к громадным припискам и не решит эту проблему. Ее решать можно и другими путями. В ближайшие месяцы мы с вами выработаем новую единую систему диспансеризации. Очень важно, я прошу обратить это внимание руководителей крупнейших клиник Москвы. Мы видим, как год от года растет объемы стационарной помощи. С одной стороны, это замечательно, так как это говорит о доступности стационаров. С другой стороны, мы видим, что рост стационарной помощи идет в сегментах молодого населения, школьников и пожилого населения. И падает среди трудоспособного населения. Это вызывает определенные вопросы. И я прошу руководителей клиник проанализировать эту ситуацию. Потому что, с одной стороны, мы видим как бы позитивную тенденцию доступности, а с другой, это может привести к необоснованной стационарной помощи, вымыванию высокотехнологичной помощи и снижение показателей работы поликлиник. Это очень серьезная проблема. Я прошу и Департамент здравоохранения, и руководителей клиник внимательно разобраться с этой ситуацией. Пожалуй, одним из главных направлений – это пациентоориентированность, о чем только что сейчас много говорили об этом с экрана. Человек, который приходит к врачу, для него, конечно, важно получить качественную, адекватную помощь. Но не менее важно и услышать слова сочувствия, почувствовать доброе отношение к нему, чтобы, начиная от входа в поликлинику и больницу до окончания медицинского приема или услуги, он чувствовал себя комфортно. Это очень и очень важно. Конечно, вы скажете, что при таком объеме, при такой нагрузке нам не до этого. Но я на своем опыте могу сказать, общаясь с огромным количеством людей, несмотря на то, что сложно, иногда неприятно, ты слышишь много нелестного о себе, но, тем не менее, ты всегда настраиваешь себя на доброжелательную волну. Мы выбрали с вами свои профессии и должны им соответствовать. И сочувствие, сострадание – часть нашего дела, часть нашей работы. Когда мы говорим о достижениях медицины, таких достаточно серьезных, конечно, таких показателей очень легко добиться в небольшой какой-то ведомственной клинике или частной. Но когда мы говорим о Москве, о 12 миллионах человек, о 150 тысяч работающих в этой системе, только в системе Департамента здравоохранения Москвы, мы понимаем, что это огромная, огромная система, сопоставимая со многими и многими странами мира. И добиваться успеха в ней очень тяжело. Но мы это делаем благодаря вам, которые находятся здесь сегодня в этом зале, вашим коллегам, вашим золотым рукам, умению, терпению и доброму сердцу. Спасибо вам, друзья. Ну что ж, а сейчас мы переходим к церемонии награждения победителей фестиваля «Формула жизни». Мы приглашаем на сцену лауреатов номинации «Медицинская организация года». Итак, в номинации «Медицинская организация года» лауреатом становится научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского. На сцену приглашается директор института Сергей Сергеевич Петриков. Знаменитый Склиф сегодня – это более 40 научных подразделений, из них более половины клинические. Каждый год в институте получают медицинскую помощь больше 50 тысяч пациентов, как москвичей, так и жителей региона. Пожалуйста, оставайтесь на сцене. Приглашаем следующего лауреата, директора научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой Марину Александровну Бипчук. Сегодня НПЦ имени Сухарева является ведущим в России детским учреждением психиатрического профиля, где оказывает помощь детям от 1 года до 18 лет. Тысячи благодарных маленьких пациентов и их родителей – это лучшая награда для докторов центра. Но если к ней присоединяется признание профессионалов, приятно вдвойне.
Спасибо. Следующая номинация. Московский многопрофильный центр паллиативной помощи. Следующий лауреат. Татьяна Владимировна Кравченко, главный специалист Департамента здравоохранения Москвы по паллиативной медицине. Паллиативная помощь – это право человека на достойную жизнь до конца, без боли, без страха, без одиночества. Премия присуждается за вклад в развитие паллиативной помощи в городе Москве. Следующий лауреат – городская поликлиника номер 2. На сцену приглашается главный врач Наталья Николаевна Шендреева. За активное участие в развитии первичной медико-санитарной помощи взрослому населению. Следующий лауреат в номинации «Лучшая медицинская организация» – детская городская поликлиника номер 125. И мы приглашаем на сцену Татьяну Михайловну Васильеву, главного врача детской поликлиники. За активное участие в развитии первичной медико-санитарной помощи детскому населению. Приветствуем следующего лауреата. Татьяна Николаевна Новоземцева, главный врач стоматологической поликлиники номер 62. В стоматологической поликлинике номер 62 в Царицыно работает отделение терапевтической, хирургической, ортопедической стоматологии. Проводится физиотерапия и рентгенологические обследования. Все это доступно по программе ОМС, то есть бесплатно. А работники поликлиники становятся победителями различных профессиональных конкурсов города Москвы. Итак, я объявляю следующего лауреата. Детская стоматологическая поликлиника номер 16. И мы приглашаем на сцену главного врача Тиграна Марленовича Бастанджана. Возвращать улыбки людям, что может быть радостнее, особенно если это улыбка ребенка. Наш следующий лауреат – городская клиническая больница имени Виноградова. На сцену приглашается главный врач Ольга Викторовна Шарапова. За активное участие в развитии специализированной медицинской помощи в условиях стационара взрослому населению. Уважаемый Сергей Семенович, уважаемые дорогие друзья, я с этой сцены хочу поблагодарить прежде всего нашего мэра за великолепное знание нашей дисциплины по организации здравоохранения. Вот я сидела, радовалась и думаю, ничего себе, мы, организаторы здравоохранения, многих даже моментов, может быть, не так знаем глубоко, как знает Сергей Семенович. Спасибо вам, Сергей Семенович, за то, что вы действительно в приоритете держите наше здравоохранение. И я это могу сказать как уже депутат Московской городской думы, что на здравоохранение действительно увеличено количество финансирования на 2019 год. С этой трибуны я хочу поблагодарить нашего дорогого, любимого Леонида Михайловича Печатникова, Леонида Михайловича и Алексея Ивановича Хрипуна за то, что, вы знаете, Сергей Семенович, мы сейчас такой драйв получили в системе здравоохранения, потому что действительно хочется ходить на работу. За те изменения, которые вы творили, делали и продолжаете делать. Есть такой, Сергей Семенович, когда был на выборах, знаете, такой лозунг «красной нитью проходила». «Не жди перемен, твори перемены». Сергей Семенович, мы творим перемены. Спасибо вам за все. Спасибо вам, Ольга Викторовна, за ваш труд. Итак, мы объявляем следующего лауреата. Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии имени Людвига Свержевского. Мы приглашаем на сцену профессора Андрея Ивановича Крюкова. Институт ведет свою историю с 1935 года, а сегодня здесь лечат любые лор-заболевания. На страже здоровья, с заботой и вниманием. Девиз команды института имени Людвига Свержевского. Наша следующая номинация – «За верность профессии». На сцену приглашается Лариса Константиновна Машетова, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения города Москвы по офтальмологии. За долголетний и добросовестный труд в офтальмологической службе города Москвы.
Приглашаем на сцену следующего лауреата. Вера Яковлевна Кунельская, старший научный сотрудник Государственного бюджетного учреждения здравоохранения, научно-исследовательский клинический институт имени Свержевского. За долголетний и добросовестный труд в оториноларингологической службе города Москвы. Наша следующая номинация – «Сестра милосердия». И мы приглашаем на сцену Елену Николаевну Кондрашину, медицинскую сестру процедурной Московского центра паллиативной помощи детям, научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени Валентина Войно-Ясенецкого. За чуткость, внимательность к маленьким пациентам и личный вклад в развитие паллиативной помощи детскому населению. Наша следующая номинация – «За верность профессии». Сестринская номинация. На сцену приглашается Татьяна Ивановна Бадаева, старшая медицинская сестра отделения нейрохирургии Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского. За долголетний и добросовестный труд в отделении нейрохирургии Института скорой помощи имени Склифосовского. Мы объявляем следующую номинацию – «Московская медицинская династия». И я приглашаю на сцену Светлану Николаевну Аскерко. Врач городской поликлиники номер 166 Департамента здравоохранения города Москвы. Есть целые врачебные династии, где на протяжении не одного десятка лет сохраняется верность и преданность медицине. Пример тому – семья Аскерко Светланы Николаевны. Номинация «Главный врач, руководитель». На сцену приглашается профессор Исмаил Магомед Тагирович Османов. Главный врач, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный детский специалист, нефролог департамента города Москвы. И главный врач детской городской клинической больницы имени Зои Пашляевой. Одна из самых крупных больниц в Европе. Доктора больницы сегодня не только лечат, но и занимаются научной работой, результаты которой регулярно отмечаются профессионалами. За огромный вклад в развитие и совершенствование учреждения творческий подход к руководству больницей. Наша следующая номинация – главный внештатный специалист. И я вновь приглашаю Андрея Ивановича Крюкова, директора научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Людвига Свержевского. За огромный личный вклад в развитие медицинской помощи по профилю оториноларингология в городе Москве. Номинация «Лидер-наставник». На сцену приглашается Георгий Натанович Голухов, академик Российской академии наук, президент Государственного бюджетного учреждения здравоохранения, городская клиническая больница номер 31. Георгий Натанович является автором более 40 научных работ. Глубокоуважаемый Сергей Семенович, дорогие коллеги, дорогие друзья, 30 лет назад, ровно 30 лет назад, коллектив моей родной 31-й больницы избрал меня своим главным врачом на честных демократических выборах. И, конечно, за эти 30 лет с небольшим отвлечением, с небольшой командировкой на 2,5 года я больше нигде никогда не работал, как в своей родной 31-й больнице. И 30 лет назад я не мог подумать, что пройдут десятилетия, и с этой сцены, из рук нашего мэра Москвы, в присутствии элиты московского здравоохранения, у меня будет честь получить награду как лидера и как наставника. Как лидер я хочу сказать и посоветовать всем не терять своих лидерских качеств, потому что нужно совершенствоваться каждый день и очень многому учиться каждый день, чтобы соответствовать тем большим задачам, которые сегодня выполняет блестящая команда мэра Москвы по инфраструктурной перестройке нашего здравоохранения. Как наставник я хочу сказать, что я каждый день открыт к общению 24 часа в сутки по известному вам всем адресу улица Лобачевского, 42,
готов давать любые советы и наставления, если они кому-то нужны, в том числе и как врач-акушер-гинеколог по моей первой специальности. И в довершение, единственное к тому, что сказала еще Ольга Викторовна Шарапова, я полностью согласен с благодарностью в адрес Леонида Михайловича Печатникова, Алексея Ивановича Хрипуна. Но все-таки хочу сказать, что мы возлагаем и большие надежды на нового вице-мэра Москвы Анастасию Владимировну Ракову, которая, как мы сейчас видим и знаем, ледорубом вторгается в проблемы московского здравоохранения. Всем большое спасибо. Сергей Семенович, вам. Спасибо большое. Еще раз поздравляем лауреатов и позвольте от лица пациентов поблагодарить вас, дорогие доктора, за спасение жизни, за помощь, которую вы ежедневно оказываете нам и никогда в ней не отказываете. Спасибо вам большое и низкий поклон. Спасибо. Я приглашаю на сцену заместителя министра здравоохранения Российской Федерации Сологая Олега Олеговича. Глубоко уважаемый Сергей Семенович, уважаемые коллеги, позвольте огласить приветствие министра здравоохранения Российской Федерации Веронике Игоревне Скворцовой, участникам и гостям Ассамблеи здоровья Москвы. Уважаемые участники и гости, от имени Министерства здравоохранения Российской Федерации и от себя лично приветствую вас на Ассамблее здоровья Москвы. За время своего проведения Ассамблея стала важным событием не только в жизни медиков столицы, но и всего профессионального медицинского сообщества нашей страны. Ассамблея позволяет ознакомиться с опытом применения самых современных технологий, передовыми организационными решениями, новыми формами оказания медицинской помощи населению. Медицина Москвы – это сочетание традиций и инноваций, фундаментальных знаний и клинического опыта. Уверена, что Ассамблея пройдет в содержательном, конструктивном ключе, станет местом плодотворных дискуссий, позволит получить полезную информацию, а также будет способствовать объединению усилий в целях повышения качества жизни граждан не только столицы, но и всей нашей страны. Желаю всем участникам и гостям Ассамблеи здоровья, мира и добра. Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Игоревна Скворцова. Уважаемые коллеги, я не могу не воспользоваться этой секундой, чтобы не сказать о себя буквально два слова. Это почетно и радостно быть на таком высоком мероприятии. Действительно, в здравоохранении города Москвы происходят заметные перемены. Они заметны не только медикам, они заметны не только организаторам здравоохранения, они, конечно же, заметны пациентам. Сегодня московский врач звучит гордо. Звучит гордо не только потому, что это столица, а потому, что это действительно, как сказала в своем приветствии министр, сочетание опыта, сочетание знаний, сочетание передовых технологий и особого, теплого, свойственного традициям нашей медицины отношения к больному. Я поздравляю вас, уважаемые коллеги, с этим большим событием и желаю вам всего самого доброго. Мы приглашаем на сцену председателя Общественной палаты Москвы Константина Вадимовича Ремчукова. Дорогие друзья, я поздравляю вас с вашей ассамблеей, с прекрасной выставкой, которую мы посетили, достижениями. И хочу сказать, что столичное здравоохранение очень важный компонент самочувствия москвичей и здоровья не только физического, но и духовного. В прошедшей избирательной кампании из десятков тысяч обращений и предложений каждая пятая касалась вопросов здравоохранения. Люди признавали перемены к лучшему, но также они хотели заметных улучшений. Не случайно на новом этапе развития столицы особое внимание будет уделено каждому району проживания, потому что достижения в другом районе очень часто не касаются того человека, кто испытывает какие-то сложности в районе. Поэтому мы в Общественной палате получаем очень много писем и пожеланий по улучшению
инфраструктуру медицинского обслуживания именно в каждом районе. И я думаю, вы тоже должны будете сосредоточиться на вот этом новом нюансе. Москвичи заслуживают одинакового качества услуг там, где они живут, и там, где они туда, куда они ходят. Еще одна мысль, которую я хотел вам сказать, что делитесь опытом. Лучшие практики уже есть. Уже есть практики, как заниматься с людьми старшего возраста или с многочисленными хроническими заболеваниями, с выделенными врачами. Удачные есть элементы патронажной службы. Но делитесь этим опытом. Должна быть организованная система распространения лучших практик с тем, чтобы быстрее эти достижения доходили до всех москвичей. Социально-экономический прогресс в мире зависит от диффузии двух типов нововведений. Нововведений технологического характера, основанных на цифровых технологиях, и организационно-управленческих. Вот сейчас совершенно очевидно, что в Москве организационно-управленческие решения как на уровне города, отрасли, так и на уровне поликлиник – это ключ к повышению эффективности использования того оборудования, которое поставляется, и создания вот этой качественной инфраструктуры оказания медицинской помощи. Должен сказать, что вот в ходе предвыборной кампании удалось более глубоко ознакомиться с основаниями политики в области здравоохранения. И должен вам сказать, что это глубоко научный подход. Это обобщение практики всех крупных мегаполисов мира, то, что реализуется в Москве. Это вопросы, которые комплексно решают как сфера здравоохранения, так и среда, в которой живут люди, так и здоровый образ жизни. И мне кажется, что медицинские центры должны становиться этими центрами культуры, образа жизни, здорового питания и поддержать то, что делается по другим программам в Москве, а именно чистый воздух, чистая вода, наличие парков, где гуляют. Поэтому вы находитесь в ядре тех трансформаций столичных, которые превращают нашу Москву действительно в лучший город Земли. Я желаю вам здоровья, успехов. Спасибо, и мы приглашаем на сцену Владимира Павловича Чехонина, вице-президента Российской академии наук. Дорогие участники форума, уважаемые коллеги, друзья, позвольте мне от имени Российской академии наук, президиума, себя лично поздравить вас с открытием этого уникального форума. Только представьте, порядка 10 тысяч участников. Это свидетельствует об отношении москвичей к сегодняшнему здравоохранению. Научная общественность оценивает эту площадку как, по сути дела, инструмент для трансляции фундаментальных изысканий в практическое здравоохранение. Только представьте себе, треть всей науки России находится сегодня в Москве. 40-45% патентов регистрируются в Москве. Более 600 тысяч научных работников задействованы на предприятиях Москвы. Но самое важное, то, что Москва готова к этим инновациям. Это очень важно. Дорогие друзья, развитие современного здравоохранения невозможно без консолидации государства, науки, частного партнерства, это очень важно сейчас понимать, и международного сотрудничества. Все мы понимаем, что адекватное развитие здравоохранения сегодня невозможно без частного финансирования. Важно понимать успехи московского здравоохранения в этом направлении. Более 40 миллиардов рублей привлечено частного капитала в рамках государственно-частного партнерства. Дорогие друзья, под руководством Российской академии наук сегодня проводится отбор научных проектов в системе стратегического развития технологий страны. И мы приглашаем, Российская академия наук приглашает всех заинтересованных научных работников московского здравоохранения
принять участие в работе этих проектов. Дорогие друзья, в заключение позвольте еще раз поздравить вас с открытием этой уникальной ассамблеи, пожелать вам плодотворной работы, осуществления задуманных планов, здоровья и процветания. Спасибо.